Проваленные губы и зубы смутили юзеров, которые привыкли видеть жену Виторгана при полном параде. Прилично одетая по последней моде Ксения Собчак сделала неудачный снимок в сети, за что сильно пострадала от комментариев недоброжелателей. Судя по словам экспертов, у звезды лицо уже опускается, стареет. У Ксении Собчак приметили некрасивые губы и отсутствующие брови. Также фанаты заметили стареющий и усталый вид. Не всегда деньги играют роль, известные люди не доверяют всем подряд. Все же балаболит. Волочкова дама не бедная, но ходит со странным маникюром. Да и не заморачиваются сейчас обеспеченные люди по поводу асимметрии или жирной кожи. Им и так неплохо живется. Какая красивая лошадь. Да уж, бровям я тоже всегда поражаюсь, но столько денег, стилисты, визажисты и такая форма бровей, как у Пьеро в сказке, внизу загнутые, надо срочно менять. И вид такой уставший от жизни и с губами точно, что-то не то, написали хейтеры. Отвечать на подобные обвинения Собчак пока не стала, но увидев, что ситуация вышла из-под контроля, Ксения не ограничила комментирование.